Витебск готовы до 27-го международного фестивалю мастерства «Славянский базар». Старшиня Республиканского организационного комитета, наместник премьер-министра Беларуси Василь Жарко подвел выники работы великой команды, якая рыхтовала город до свята мастерства. Кое-где что-то надо дошлифовать, но в целом глобально все сделано. Я уверен в том, что «Славянский базар» пройдет на высоком организационном уровне с новой творческой составляющей. Концертные программы, гала-концерты, открытия. К нам приезжают гости из 41 страны, много журналистов, высокие гости. Мотивом является объявленный в стране главой государства год малой родины. Поэтому все наше творчество, все изыскания наших режиссерско-постановочных групп направлены на раскрытие этой темы разнообразными выразительными средствами. Официальное открытие форума отбудется 12 липеня, але святочные мероприемства стартуют за несколько дней до этой даты. У фестивальной афиши больше за 120 мероприемств, которые пройдут на разных пляцовках. Особливая увага дитячему и дорослому конкурсам. Каждый фестивальный день будет насыщен разностайными проектами. С особливым размахом 14 липеня у субботу пройдет День молоди. У программе одразу несколько фестивалей, работа интерактивных экспозиций, спортивное споборництво. У першиню пройдет фестиваль дворовых гульнев. Билеты на фестиваль уже набыли представники десятка украин, сярод яких Япония и Канада. Самые яскравые моменты форуму покажем и мы. А кроме репортажу с фестивальных плясовок, телерадиокомпании запланованы прямые трансляции с пресс-центра «Зорных годин».